Приветствую всех, с вами Сенсей, рубрика «Космос». Сегодня хочу рассказать вам про удивительные объекты во Вселенной. Давайте начнем. Значит, первый объект, который нам известны, это одинокие странники во Вселенной, то есть планеты, которые не имеют солнечных систем, не имеют ни своего Солнца, не имеют своих спутников. Вот такие странные объекты были выброшены из своих солнечных систем и плавают где-то в космосе. Но не только они, есть еще объекты недозвезды, то есть это не ставший звездой объект, который имеет температуру 800-900 градусов. Вот они так выглядят. Даже, возможно, вокруг них и находятся планеты. Но большего продолжения они не смогли сделать. Не хватило у них сил стать звездой. Даже карликовой маленькой звездой. Вот они, видите, как выглядят. Конечно, со временем все-таки они замерзнут и будут обыкновенными замерзшими планетами. Также в космосе обнаружили в поясе астероидов астероид Бену или Бену, как угодно можете назвать, такой астероид. Он выбрасывает с своей поверхности камни, то есть частицы своей поверхности. Не могут понять, в чем это заключается, такой выброс камней до метра. Некоторые улетают в космос, а некоторые остаются на его орбите. Так, ну значит, сейчас мы поговорим про войды. Вот это вот самый гигантский большой войд. Вот он находится, где можете увидеть. Да. Он, значит, до 500 световых лет. Глубину вообще там до 10 миллиардов. Там очень большой супервойд. Он, значит, находится в созвездии Лопаса, Аридана называет его. Ну вот я уже говорил в самом первом ролике, что вот эти войды, в них, скорее всего, и находятся вот эти космические струны одномерные. Вы можете посмотреть. Правда, блин, всегда комус. А это объект назвали монстром. Это квазар. Возможно, я еще залью про эти квазары. Квазар — такой монстр. Он на 1000 миллионов световых лет, и вот эти лучи у него выходят. Это самый крупный объект, но предполагает, что это квазар, то есть большая черная дыра. А вот это перед нами туманность Киля, палец Бога. Очень красивая туманность, очень известная, хотя я про нее и не знал. Такая обалденная туманность, палец Бога, не знаю, вот это вот типа пальца, что ли, здесь что-то стрела какая-то, не знаю, почему так назвали. Очень интересное название. Да. Но также есть у нашей галактики и огромные звезды, которые потом превратятся вот именно в черные дыры. Вот такие огромнейшие звезда. Эта звезда, значит, находится у нас в созвездии Стивенсон 2.18, по-моему, как-то, если я правильно сказал, да, скопление, значит, звезд, в звездном скоплении находится вот это Стивенсон 2, больше нашего Солнца в 2000 раз, 2000 раз, то есть, если бы она его поставить на наше... вместо нашего Солнца в нашу Солнечную систему, то ее просто бы он, это Солнце бы сожрало бы полностью. То есть всю нашу планетарную систему оно бы заняло по размеру. И ярче оно в 400 тысяч раз ярче нашего Солнца. Это огромнейшая звезда именно в нашей галактике, которая нам известна науке. Вот такие дела. Всего доброго, берегите себя, заходите на мой канал, жду вас на канале, у меня более 900 роликов. До новых встреч!